И снова всем привет! Всех приветствую на своем канале, и теперь мой маленький обзор моей посылки из Green Mama о заказе, который я делала себе перед днем рождения. Как раз там должен был быть подарок. В общем, как обычно, это все было в пакетиках. Пакетик, правда, вот порвался, пока я его доставала из посылки, но на качестве упакованного продукта это не сказалось. Тут все скотчем заделано. Это у нас шампунь «Здоровый баланс» и легкость для жирных волос, 250 мл. Это самые дорогие шампуни из Green Mama. Это шампуни, где состав написан исключительно на латинском. Сроком годности до сентября 2017 года. Сделан в августе 2015. Вот после открытия хранить 4 месяца. И шампунь «Объем и упругость для тонких волос». Этот крапива и алтей, а этот у нас мати-мачеха и мята. Кажется, мати-мачеху и мяту, или вот этот, или оба, я их даже когда-то заказывала. Бальзамы у них были очень густые, плохо доставались, поэтому я решила без бальзамов. А шампуни я точно уже не помню. Даже не помню, была ли я от них в восторге, либо нет. Это серия Био. Вот такие два шампуня. Стоят они там порядка 306 рублей. Заказ мне вышел вместе с доставкой и за вычетом бонусов за красоту 606 рублей. Так, 300 рублей, соответственно, доставка, она теперь 300 у них почтой. А сам он был, эти шампуни, соответственно, 612. Ну, получается, что скидка у меня была всего лишь 6 рублей, если грубо говорить. Потому что доставка все-таки у них раньше была и меньше, и больше возможностей было заказать без оплаты доставки. И в подарок в этот раз они сделали выбор. Видимо, все-таки отзывы за последние 3 года недовольных клиентов дали о себе знать, плюс еще подорожание и немножко халатное отношение к своим клиентам, учитывая, что у них вечно там какие-то распродажи с конечным сроком годности продуктов были. Уж не знаю, или что еще привело к этому. Или руководство все-таки как-то немножко поняли, что все-таки Green Mama, и надо держать марку, как изначально было, и марку именно в том плане, что как не падать в грязь лицом, так сказать, перед своими клиентами. Им можно было выбрать подарок. Либо кучу неведомой макулатуры, которая никому не нужна, которую раньше рассылали. Причем подарок то, что даже за деньги я бы там не купила, допустим, да, и не только я. Или подставочка под чай, которую одно время они давали в подарок года 4 назад. У меня таких было 2. Одну я подарила год назад своей одногруппнице. Или пилочка для ног, та, которая стоит у меня в ванной, вызвавшая бадхерт у некоторых девочек или мальчиков. Я точно не помню, кто там в комментариях прыгал и писал, что как это вы их храните в том месте, будто бы они... Я не знаю, может, конечно, они не моют эту потом пилочку после пользования. И она там у них какая-то там супер грязная или еще что-то. В общем, такая пилочка от Green Mama можно было выбрать в подарок. Или синяя косметичка. Косметичка, наверное, давалась у них еще до того, как я стала у них покупать, хотя уже была зарегистрирована в начале 2011 года, такую косметичку давали в подарок на 8 марта. В общем, с косметичками у меня вроде как проблем нет, даже есть несколько лишних. Я думаю, что косметички, наверное, тоже как сумочки. И постараюсь сегодня или завтра достать эти сумочки и все-таки попробую, может быть, сделать обзор перед уездом своим. Хотя, на самом деле, много всякой беготни, и вроде как все готово, но все равно времени не хватает. И вот я можно было просто выбрать подарок косметика Green Mama. Я выбрала косметика Green Mama, и мне пришел вот такой кремик. Раньше такой кремик давали в подарок за заказ при оплате Яндексом или просто оплате онлайн. В общем, это хороший, очень довольно кремик. Его, точнее, тогда давали бусинку в подвеску. У меня очень много их где-то лежит. Я как-нибудь, возможно, их даже запишу на видео. Кто-то просил тогда про бижутерию. Бижутерии у меня как таковой нету. Только, может, пара каких-то бусиков. Не то чтобы даже это... Одни-то бусики точно есть от Ифраше, вот реально бижутерия. В основном это, если говорить, то ювелирная бижутерия, потому что в основном серебряные украшения всякие разные. Как ее потом стали называть, ювелирная бижутерия. Ну, я считаю, что это все-таки серебро. Серебро, оно и в Африке серебро. Или иногда эту подвеску заменяли таким вот кремиком. Вот такой кремик мне пришел в подарок. 50 мл. Крем для сухой кожи рук, календула и масло смородины. Серия формула тайги.
Срок годности до января 2018 года. В общем, не знаю, что у них случилось, но прошлый заказ у меня был с подарками с хорошим сроком годности, и в этот раз тоже хороший срок годности, точно так же, как было у них в 2011-2012 году. Чтобы это не было, но я очень рада, что они все-таки вспомнили, что они работают для клиентов, и если клиенты будут реже у них заказывать, то это будет минус именно для самого магазина. В общем, я очень довольна этим своим заказиком. Один шампунь я хотела именно себе, а один, возможно, я подарю своей тетушке на день рождения или, может, кому-то другому. Ну, в общем, вот так вот. Такой у меня заказ. И, соответственно, оно упаковано было, как обычно, помимо пакетиков, еще бумажка переложена, небольшая такая коробочка. И дошло все в целости и сохранности. Если вам было интересно это видео, то я буду очень рада. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, без разницы какие, можете даже отрицательные. Некоторые отрицательные комменты меня даже веселят. Ну и до новых встреч, пока!